В Муравленко начался прием заявок на участие в популярном городском проекте «Танцующий город». Принять в нем участие могут работники предприятий, организаций и учреждений. Коллективам необходимо сформировать команду не менее 10 человек. Обязательное условие – равное количество мужчин и женщин. Наставниками команд выступят специалисты Управления культуры и молодежной политики, Управления образования. Заявки принимаются до 10 октября. Затем состоится жеребьевка по определению кураторов команд. На подготовку у конкурсантов будет 2 месяца. Продемонстрировать то, чему научились команды, смогут 12 декабря. Итоги подведут на гала-концерте. «Танцующий город» — один из популярных проектов Муравленко. В третьем сезоне, который проходил в 2019 году, приняли участие 10 команд. Гран-при завоевал коллектив «Энергоденс», представителей филиала «Ималкоммунэнерго».